Добрый день, друзья. В эфире программа «Мимонот». Я ее ведущий Евгений Дотолев. Хочу пару слов сказать о сегодняшнем госте. Все люди, которые бывают в этом проекте, они бесспорно талантливые. Это тот критерий, по которому, собственно, гостей и отбирают для этой программы. Но не всегда и не все красивые. Сегодня тот случай, когда гость и красивый, и талантливый, это Валентина Бирюкова, и она расскажет о своем концерте праздничном. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, Евгений Юрьевич. И, признаюсь честно, мне очень приятно слышать от вас комплимент, потому что я, в принципе, их очень редко получаю. Да, а что так? Правда, вот красавицы крайне редко кто-то называет. Так, практически никто. А ваш наставник Александр Борисович Градский вас... Ну, Александр Борисович, он нас просто всех очень любит, и мы все для него умницы и красавицы. Александр Борисович не всех любит. Во-первых, он мизантроп, он в принципе людей не любит. Давайте называть вещи своими именами. Он бесспорно ценитель... Ну, вокальных данных, прежде всего, талантов и ценитель женской красоты, это я помню. Поэтому странно, что он вас не нахваливает вот по всем аспектам. Хотя он отбирал вас вслепую, в волосе всех отбирает не видя. Расскажите, как это было, как у вас сердечко ёкнуло, не ёкнуло. К вам же, по-моему, все повернулись, да? Нет. Нет? Повернулись три наставника, кроме Пелагеи. Как ни странно, накануне по совету своего одного друга, он говорит, ты должна визуализировать свое желание и вот мысленно представить, что к тебе оборачивается тот, кого ты хотела бы. А кого хотела Бирюкова? Представляете, Пелагея я хотела. Я вот сидела накануне и прям, думаю, я прям видела, как она поворачивается, ну, то есть... такая магия. Ага. И только она не повернулась. Твоя мама Но вы знаете, ага. Вот да, он на самом деле правильно посоветовал. Я достаточно верующий человек, и я совершенно однозначно понимаю, что это сверху кто-то сделал, не обернул, не повернул именно Пелагею, потому что он понимал, Господь Бог, что если она повернется, я пойду к ней, а мне нужно к Александру Борисовичу Градскому. И я, правда, я говорю это без иронии, я действительно так думаю, потому что, уж если, знаете, Леонид Николаевич обернулся, хотя он, в принципе, Агутин. В основном, да. Агутин оборачивается на фермачей, а я пела русскую песню. Какую, напомните? Я пела из репертуара Елен Ваенги, «Шопен мне достался», ну, музыкальной редакции. Напомните. Дотянись рукой твоя, нельзя, нельзя. Угу. Ну, лирическая песня про любовь. Вот, а кто выбрал эту песню слепых прослушиваний? Это утверждает музыкальный редактор. Да, утверждает, да, выбирает кто. Выбирает исполнитель, то есть это ваш выбор был? Смотрите, нам предложен список, где-то около 70 песен предлагается участникам. Да. И из этих 70 песен мы должны выбрать то, что бы мы хотели. А в «Голосе» приходила уже во второй раз. Во втором «Голосе» я не успела войти на слепые прослушивания. Меня перенесли на третий сезон. Вот. На втором я выбрала песню. Мне сказали, ее уже выбрали многие, мы вам ее не дадим. Какую? Я выбрала сначала «Не отрекаются любя». Но до меня я выбрала уже там 3-4 участника, а так много нельзя. Когда я пришла на третий сезон, я хотела петь песню из репертуара «Фон он Бланс» «What's up». Мне сказали, что ее никто не выбрал, и мы вам ее не дадим. Да. Вот. И, собственно говоря, я села вот так на корточки и заплакала. И сказала, что, знаете, у вас здесь все нечестно, потому что в том году вы мне не дали, и в этом году вы мне не даете то, что я хочу. Все нечестно. Вот. Они говорят, ну, вы успокойтесь. И вот говорят, ну, попробуйте эту песню, попробуйте эту песню. Ну, прям по списку. И я напевала одну, вторую, десятую. И, в общем, когда я... стал напевать Шопена, они говорят, вот эту песню ты и споешь. Я сказала, что вы издеваетесь. А они говорят, нет, послушай умных людей. И действительно, я не думала, что она станет таким моим билетом в жизнь, эта песня. Выбор Градского из трех наставников, которые повернулись, это сразу было, это спонтанное было решение или происходил какой-то там процесс? Мыслитель. Взвешивание, да, за и против.
не то слово, какой процесс происходил, это, знаете, состояние, когда за секунду миллион мыслей. Вот так же я стояла. Во-первых, я жутко волновалась и перебрала с успокоителями. Я сняла туфли после того, как я спела песню. Мне все обвиняли в эпатажности, ты хотела поярчить. Я говорю, нет, слушайте, я реально понимала, что сейчас я просто грохнусь. У меня кружилась голова. И я вот стояла и думала, первый повернулся Дима Билан, и он сделал это буквально второй секунде. Потом меня обвинили в том, что я не пошла к нему, как ты могла, он тут же, а ты вот выбрал другого. И опять же, накануне у меня был разговор с моей сестрой. А моя сестра, это, знаете, у меня две сестры. Вот моя средняя сестра, это мой такой ангел-хранитель. Везде, где есть она, у меня все хорошо. Вот на конкурсах, на каких-то этапах, она вот в прямом смысле. Как-то накануне мы с ней сидели, она говорит, ты знаешь, у меня, говорит, почему-то такое чувство, что ты попадешь к Александру Борисовичу. Я говорю, знаешь что, я хочу к Пелагее, поэтому не лезь ты со своими чувствами. И вот в этот момент у меня, я вспомнила ее эти слова, и у меня была мечта исполнить на всю страну балладу о матери. Это то, зачем я шла, собственно говоря, на голос. И в этот момент, конечно же, я быстро представила, кто бы мог мне дать ее, потому что у каждого наставника свое лицо, свой репертуар. Там Леонид Николаевич более фирменный, Пелагея там народные вещи какие-то, Дима Билан, вот он разноплановый очень, Александр Борисович более классический материал. И я подумала, что балладу о матери мне может дать Александр Борисович. И все. И поэтому я пошла именно к нему. Вот баллада о матери, моя сестра и Александр Борисович, я иду к вам. Хотя, вы знаете, что когда я только прошла и вышла за кулисы, был перерыв, и идет мне навстречу, надвигается фигура Александра Борисовича, я жутко разволновалась, но у меня не было уже возможности уйти. Мне нужно было с ним поздороваться лично. Я подошла и сказала, Александр Борисович, здравствуйте, спасибо, что вы обернулись на меня. Он мне сказал... Ну что, говорит, там, спасибо. Какой у тебя диапазон? Я говорю, ну, у меня небольшой диапазон. Он говорит, ну и пойдешь нахрен на втором этапе. Он говорит, ну тебе, говорит, 40 миллионов увидели, показалось-то неплохо. А дальше, говорит, прости, говорит, там такие акулы у всех по 4 октавы. Делать тебе здесь нечего. Поэтому покажешься второй раз и пойдешь. И он это сказал без иронии. То есть это не троллинг было, а абсолютно. Вот, оценка, понятно. Абсолютно. В этот момент... мое доброе расположение куда-то девалось. Я, конечно же, тут же пожалела, что я пошла к нему. И на что я ему ответила? Говорю, ну, если для вас самое важное – это диапазон, то, конечно. Вот. Ну, и потом мне задал вопрос, а что ты поешь вообще, какой материал? И слава богу, что я в тот момент умудрилась ему сказать, что, говорю, у меня есть мечта исполнить балладу о матери. Все, он говорит, ну, все, давай, пока. А где-то у него в голове это отложилось. Потому что когда я прошла таки второй этап, что для нас было просто чудо чудесное, потому что на второй этап я шла как последний для раз. Для нас, когда вы говорите, вы имеете в виду себя и семью. Да-да-да. Вот. И когда он оставил меня, ну не знаю, вся моя группа поддержки, они кричали отчасти так, что там весь павильон просто сотрясался, потому что мы действительно шли как последний раз. Я надела красивое платье, сделала прическу, думаю, ну уходи так красиво. А нет, он меня оставил, и потом после этапа он мне позвонил, говорит, ну что, Алёшеньку споешь? Я говорю, конечно. И вот тут я поняла, что вот, знаете, как бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться. Все вот по написанному. Хотела балладу о матери, получила.